Солнце для всех. В Сургуте прошел фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. 20-й по счету. С каждым годом количество участников только растет. Для города это единственная площадка, где особенные дети могут показать свои таланты. В этом году фестиваль посвятили юбилею Победы. О больших артистах без диагнозов в материале Ольги Придохи. Не от жалости к детям, а от уважения к их таланту и истории России, которую они стараются прожить на сцене. Можно только догадываться, каких усилий этим мальчишкам стоило выйти к зрителям. И не только потому, что они не слышат мелодии и говорят со сцены жестами, отсчитывая такт в уме. Как и любые артисты, они просто переживают перед первым в своей жизни выступлением. Первый год вообще вот с этими детьми мы начали заниматься вот именно мимическим пением. Первый год. Очень большая сложность в том, что они не слышат музыку. Поэтому вот я стою в зале и суфлирую им, пытаясь передать. На этой сцене музыка вообще объединяет. В Сургутском реабилитационном центре, например, создали целый коллектив с воспитанниками и социальными педагогами. Говорят, что песню для выступления подбирали все вместе, а потом плакали от радости, увидев, как четко отзывается на ритм маленький барабанщик Адиль. Ему так понравилась она, и прям он очень быстро выучил ее за короткий срок. Овации после каждого номера сменяются смехом и умилением. Последняя как раз про Лизу Трухан и Матвея Ткачука. Они уже бывалые артисты. В свои 5 чувствуют себя на сцене как настоящие профессионалы. А что нужно сделать, чтобы не стесняться? Вот я не знаю. Танцевать. Ну, вдохнуть и потом выдохнуть и не бояться. Просто типа никого нету и все. И танцевать, как будто никого нету. «Солнцу для всех» в Сургуте уже 20 лет. За эти годы на сцене равных возможностей выступили почти 8 тысяч детей. Если когда-то в первом фестивале около 100 человек принимали участие, то сегодня вы уже слышали цифру – 775 участников. Это огромная работа, тем более, что здесь нет отбора. Здесь могут участвовать все, кто пожелает проявить свои способности, особые способности. На этом фестивале нет проигравших, здесь все победители. В этом году участники поют песни военных лет и рассказывают о победе. И для такой памяти совсем не важно, какие у кого диагнозы. Здесь солнце действительно светит одинаково для всех. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.